Ставки проезда осталось около метра. В центр нашей площади выезжает элегантный спортивный кабриолет, спортивный роскер BMW 327. Арунов Абамайчик за рулем этого замечательного автомобиля, гостя из Вильнюса, Республика Литва. Автомобиль выступает под номером 11. Надо сказать, что этот автомобиль имеет самое непосредственное отношение к истории Калининградской области. Дело в том, что это личный автомобиль первого коменданта Кенигсберга, полковника Красовского. Арунов Адамайтис приобрел этот автомобиль в 1980 году. Кого-то за несимволическую сумму в 4800 рублей. Почти половину своей жизни восстанавливал этот автомобиль. Мы поприветствуем Арунаса Адамайтиса, гостя из Литвы. Арунас получает плакетку с символикой фестиваля, которая отражается историческая сущность города Сатьяу. Да, многие известные люди пользовались, и среди них известная русская актриса Ольга Чехова, которая жила в 30-е годы в Германии и тоже пользовалась таким автомобилем. BMW 327 – настоящий спортивный роскер, в состоянии развивать скорость до 140 км в час. Действительно спортивный автомобиль, ему признанию многих экспертов, является одним из красивейших кабриолетов 30-х годов. Это автомобиль «Сило». Обратите внимание на интересную деталь. В запасном колесе толпа крепится на специальный такой небольшой элегантный замок. А крыша кабриолет опускается и поднимается за считанные секунды.